Итак, очередная адовая машина из паноптикума компании Патриот. Сейчас мы будем испытывать бесконечную бьянчу. Бесконечные 5 выстрелов, которые можно крутить по кругу. И стрелять мы будем из ружья 12-м калибром, чтобы было жутче. Ну что, стрельнем, будь оно неладно, в нашу бесконечную бесконечность. Одна не сдается. А что, помяли? Нормально. Какая вмятина хорошая. Прям ощущается. Короче, попробуем сейчас из пистолета эту адовую машину. Посмотрим, как она сработает. Не перекидывает. Ай-яй-яй. Так, ну что, попробуем, как оно отсюда пойдет. Да, энергия не очень. Нет, не хочет. Ну что, сейчас мы испытаем новую приблуду, секционную мишень. Посмотрим, насколько это весело. Хотелось бы, конечно, хотелось бы больше, но патронов влезает в магазин только 17. Вещь. Секционная мишень с карабина. А, кончились патроны. Вещь. И вот мы сегодня испытываем нашу новую мишень. Свингер улучшенный. Давай, Саня, активируй. Свингер улучшенный. Улучшен тем, что не требует палочек, всяких подпорочек и прочих удивительных приспособлений для активации. И после того, как он прекратит свое действие. Давай, Сань. Мы его поклеили, восстановили. Восстановление происходит легким движением руки. И снова он готов работать. Не нужно бегать, прыгать, вставлять палочки, спотыкаться. И веревочка снова готова нам его активировать. Замечательная мишень от компании Патриот. Новейшая разработка. Праздник какой-то.